Всем привет, мои дорогие зрители! Я начинаю снимать новую серию летсплея Hightech, или Hightech, как бы называете, не знаю. Кстати говоря, пишите в комментариях, как правильно на самом деле. Вот здесь я хочу вам показать. Есть домик соседа моего, небольшой, и также некоторые усовершенствования моего дома. Хотел бы вам показать. Я сделал кучу вот таких вот сундуков, собственно говоря, копперовых. И, видимо, первый сундук у меня ископаемые до обработки. И тут всякие руды, уголь, глина, Вот. Руды, уголь, глина, тут резина, всякое такое. То есть то, что до переплавки, до обработки, здесь мы видим руды, материалы после обработки. Тут перья, в том числе, тут лазурит. Кстати, у меня был стак с небольшим, куда-то делать все. Ну, это ладно. Здесь у меня оружие, инструменты вороня, ну, то есть вот всякие такие вот вещи, то есть... Там кожа, например. Тут вы видите стройка и то, что покушать. Покушать вообще почти ничего нету. Все съедено, потому что пожар там ходил. Тут у меня дерево, камень, там всякий мусор тут лежит. Прочая ерунда. У меня есть генератор и печки. Кстати, из печек нужно стекло забрать. Я жарил. Так, стекло мне было нужно вот для чего. Так, стекло я сейчас в стройку положу, быстренько вот сюда вот, и сюда землю скину. Значит, стекло было нужно, собственно говоря, для вот этой стены, которую я тут строю. Строю я ее по всему периметру, потому что, на самом деле, если честно, очень надоели люди, которые залазят сюда и мешают, прыгают, бегают, пишут кучу сообщений в чат. Особенно, ну, ладно, как бы в обычное время, но когда я снимаю, это все очень мешается. Потом приходится убирать эти серии, удалять, переснимать заново. Вот, поэтому иногда бывает, что и видео пореже выходит. Вот здесь у меня посадки мои. Ну, это, собственно говоря, морковь, потому что какие-то некультурные, нехорошие люди... У меня вот этой крыши стеклянной тут не было. У меня было два газона с пшеницей, и два газона с пшеницей у меня просто вытоптали. Побрыгали на ней, вытоптали, и все. Пришлось поэтому делать вот такую штуку. Тут у меня лесенка в мою шахту небольшую. Так. Ребят, я извиняюсь за то, что мало выходило на вот, вот этих выходных. До текущего момента у меня есть, скажем так, уважительная причина. У меня приехал друг, Вова его зовут тоже, приехал из армии, то есть он год служил. Вот, и, собственно говоря, мы с ним год практически не виделись, ничего не слышались. Ну, так только... Ой, что-то подлагануло. Так только там по телефону иногда созванивались изредка. Кто-то, кстати, у меня спавнер. Только хотел сказать об этом. Вот. И, собственно говоря, я последние два дня провел с Вовкой. То есть мы тут по городу ходили, там всякое такое интересное, по торговым центрам там прошлись. Хотели сходить на что-нибудь в киношку, там что-нибудь интересное. Ничего интересного не идет. Все самое интересное прошло, пока я был в отъезде. А следующее интересное, оно там типа Хоббита и там других фильмов. Оно еще не началось. Вот такое вот. Дело. Ну так, покатались по городу, походили, и было весело. Вот. Что ж я вам еще хотел сказать? А, по поводу Вовки. Сейчас у него пока что интернета нету. Как только у него интернет подключат, то мы с ним будем как-то кооперироваться и записывать вместе. То есть вы сможете его еще и услышать. В недалеком будущем. В этом, как я буду вместе с ними снимать. Вот, ну, надеюсь, что все будет интересно, потому что парень с юмором, с хорошим. Вот, и как бы мы давно-давно друг друга знаем. То есть 4 года мы вместе с ним учились. Это я в колледже с ним учился вместе. Вот, так что... Значит, много интересов всяких совместных и прочее. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига я как же он трахнулся. Так, ребят, ну ладно. Ничего страшного, я потихонечку вот здесь пошел, побежал. Тут у меня тоннель есть, я копал вот такой вот сегодня. Что тут? Редстоун, да? Редстоун у меня тут. Давайте колупнем еще вот сюда вот в бок. Например.
чтобы сделать, собственно говоря, еще один тоннель. Здесь вот я буду сейчас копать тоннель, а пока что расскажу вам еще кое-что интересное. Вчера пришли в Икею, ну, я думаю, что многие знают, что такое Икея. Это огромный такой центр торговый. Вот он есть много где, поэтому я думаю, что если у вас город большой, то у вас он есть в городе. Ну, я имею в виду, если вы в России живете. Вот, значит, и в Икее что-то ходили-ходили, а Вова хотел своей девушке купить цветочек. Ну, я как понял, то ли он хотел, то ли она хотела себе цветочек. Вот, ну, такой, значит, в горшке, чтобы цвел растение, имеется в виду. Ну, что-то мы с ним походили-походили, а все же зимнего привоза, и все какое-то подвявшее, подгнившее, ничего нормального, интересного вообще нету. В общем, ходили-ходили с ним, в результате натолкнулись на маленькие такие елочки, какие-то пихточки, можжевельнички. Вот, и в горшках. Значит, ну и что, как вы думаете? Купили себе такие штуки. Вот, Вовка себе одну, я себе одну. Вчера как бы это нормально привез, а в горшочек кто-то еще в глиняный поставил. Я, кстати, фотку сделаю. Будет ссылка на фотку под видео. Вот так вот, вы сможете зайти посмотреть. То есть вещь прикольная такая, небольшая она. Получается этот такой на, на какой-то на можжевельник, на кипарис похоже. Как-то, не знаю, как-то так вот. Ну, в общем, увидите. Прикольная штука, как бы неприхотливая. То есть зимой там написано было до 14 градусов, 15-14 градусов. Полива много не требует, ухода тоже особо много не требует. А так глаз радует. Знаете, вот у меня сейчас на столе стоит, но она небольшая. Вот, на столе стоит рядом, так весело посмотрел. Оп, елка тут, прикольно. Ну, то есть, интересная штука на самом деле. А еще интересная штука у меня впереди, вот тут лава. И я очень надеюсь, что меня этой лавой не зальет. Так, угу. Давайте будем как-то пытаться колупнуть. Вот здесь не получается колупнуть. Так, как же тут обойти-то? Ёлки-палки, ну что ж такое-то? Представляете, какое западло. Вот, кстати, по ресурсам уже вроде всего много находил, а что-то как-то вот алмазов-то нет. И, кстати, я тут знаю, тут есть рубины какие-то, еще другие камни вот, а их тоже не могу найти никак. Может, они где-то в другой местности, в гористые, например, попадаются. Я не знаю, честно. Нужно будет куда-нибудь сбегать, поискать, сделать чисто серию какую-то. Это я бегу по карте далеко, потому что посмотреть, тут приват же где-то заканчивается на территории привата. Вот, было бы интересно увидеть это дело. Где-то, где там свободное место, чтобы там еще и копать, кстати говоря, можно много. Наверняка-то. Ё-моё, ребята, 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 это счастье, блин, нифига себе. Блин, тут же нету этой моды, который светит. Ребята, капец, алмазик. Это алмазик, это кайф. О, блин. Home next, Alex. А, нет, 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 нет. Алмазики, нет, блин. А-а-а. Они в чужом привате, две штуки. Это такая печаль. Капец, ребят, вот за что я ненавижу на самом деле приваты на серверах. Это именно вот такая тема, то что тут... Ёлки-палки, печаль, тоска. Эх, обидно. Ну да ладно, ничего страшного, куда чё подумаешь, так себе алмазы. Всего лишь игра. Будем копать дальше, найдем еще. Это уже обрадовался, думаю, столько алмазов, классно. Так, кстати, буквально следующее видео, ну, может быть, не следующее, а через одно, я планирую, ребят, значит, делать конкурс. Конкурс будет денежным выигрышем и еще какую-нибудь игрушку разыграю. Вот, условия конкурса там все будет написано, как всегда, понятное дело. На неделю он будет длительностью. Вот, что еще могу сказать. У меня в планах снимать две игры. Первая это Магика.
Игрушка классная, мне очень-очень понравилась. Там про магов, про волшебников. Очень интересная вещь, прям там всякие комбинации разных видов магии можно там соединять, всякие заклинания, там круто. Вот. И второе, это Ёлки-палки. Я точно не помню, как она называется, но меня что-то задолбали уже последние 2 дня, все время про нее говорят, типа. А-а-а. Вот скачай, мол, себе установи, все такое крутое. Ну как скачай, ее купить нужно в Стиме. Вот, это что-то типа террарии там такое. Ё-моё, ёлки-палки, не-не-не-не. Вот, что-то типа террарии, только она такая в космосе, то есть там много планет. Блин, так эти алмазы. Ёлки-палки, как же так? Очень хотелось таких сколопнуть. Алмазики. Так, а мы с вами тогда пойдем копать. Давайте в другую сторону. Вот сюда вот сейчас я колупну. Пока что еще что-нибудь интересное будет. А, тут прокопано. Окей. Кейф и киллов тоже нету. Так, так, так. Тут у меня что еще? Сколько у меня получается? 2 алмаза. Так, сейчас яблочек нужно покушать поскорее, пока я не помер. Вот мне, кстати, ребята, вот вы пишете, типа, генерал Владимир, там, можно с тобой снимать, всякое такое. То есть, ребят, если вы человек адекватный, не надоедливый, то есть не так, что постоянно бегаете у меня тут перед носом, просто подбежали ко мне здесь, вот, снимаешь, нет, я если не снимаю, я, в принципе, не против пообщаться, тут чат есть на сервере, раз там что-то переписались, несколько слов, там, пару минут. Вот, то есть так попереписывались чуть-чуть, там, поснимать, поснимать, если мне снять надо, а не с кем, время есть, то я не против, как бы, TeamSpeak, заходим, снимаем. То есть скайпом я сейчас не пользуюсь, потому что, ну, скайп не так удобно, как TeamSpeak для меня, и качество звука в нем чуть-чуть похуже, то есть там шумы слышнее. Поэтому я предпочитаю TeamSpeak'ом. То есть зашли и пошли снимать совершенно. Нормально это. То есть единственное, то, что от вас требуется, это возраст, ну, лучше больше 14, потому что голос уже такой довольно хороший становится в этом возрасте. Вот, и плюс то, что качество звука у вас должно быть без шумов, ну, и интересное что-нибудь, чтобы рассказать. Вы могли о себе, допустим, там какое-то хобби, у вас может увлечение есть, я не знаю, там марки, например, собираете, или там какие-нибудь штуки там, или может вы поете, там выступаете, куда-то ездите, не знаю, там вокалом, допустим, занимаетесь, там лыжами, там горными, беговыми, не знаю, велосипед, коньки, все что угодно. То есть рассказывать можно вообще на любую абсолютно тему, я буду очень рад выслушать вас и уверен, что и подписчикам тоже понравится. Вот, ребята, у меня наконец-то сегодня в воскресенье руки дошли. Да, этого дела я более-менее разобрал кучу фоток, которые у меня были с отдыха. Поэтому сегодня, где-то в середине дня, к вечеру, ждите, я это все выложу в группе ВКонтакте. Кто знает, тот помнит, там есть альбом с фотографиями с отдыха. То есть только там сейчас пока что только с первых 2 дней фотки. А вот сегодня я выложу со всех остальных дней все, что было сфоткано. Поэтому тоже заходите и смотрите. И под видео будет ссылочка на фотографию моей елки, которая у меня тут стоит. Вот такие вот веселые дела, ребят. Что ж, я уже снимаю, получается, сколько минут? 15, наверное. На этом, думаю, буду заканчивать. Может быть, удастся еще снять с Женей сегодня, ну, не знаю. Поэтому я пока что с вами прощаюсь и желаю вам всем удачи, всем счастливо и всем пока. До встречи на новых сериях, ребят. Ждите фотки и конкурс. Всем счастливо.